Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами приготовим печеночный паштет. Печенка у нас свиная, 400 граммов. 1 крупная луковица, 1 крупная морковь и сало. Морковь я порезала такими кусочками. Лук также порезала и подготовила печенку. И сейчас мы это все на сковороде будем обжаривать и протушим. Сначала кладем сало. Посолим и поперчим. У нас лук должен быть прозрачный. Не допустить зажаривания. И вот сейчас мы уже добавлять будем печень. Добавим 1/2 чайной ложки кориандра. Печень у нас готова. Она жарилась у нас 5-6 минут. Кусочек я разрезала. С ним все в порядке. Но вы наверняка знаете, что если печень еще не готова и оставить ее под крышкой, то она доходит до кондиции. Доваривается или дожаривается всегда. Сейчас мы ее немного остужаем и перерабатываем на мясорубке. Можно на измельчителе. Можно блендером, как кому удобно. Теперь я вот постелила пленочку один раз, один слой здесь у меня. И я сюда буду выкладывать паштет, а потом вот второй пленкой накрывать сверху и раскатаю. Это нужно для того, чтобы завернуть его в рулет. Можно сделать 2 рулета. Я буду делать 1 рулет. Теперь мы его размажем. Размазываем частично. Закрываем пленочкой. Загибаем края. Теперь мы скалкой осторожно раскатаем. Верхнюю пленочку снимем, а нижнюю оставим. Нанесем тоненький слой мягкого масла. Ну вот так. И теперь сворачиваем. Отправляем в холодильник 2 часа, чтобы можно его потом порезать. Вот так и отправляем. Вот такой замечательный паштет у нас получился. Готовьте такой паштет. Всего вам доброго, до свидания, до новых вкусных рецептов.